Участки, которые используют не по назначению самозахват территории и незарегистрированные капитальные строения, обнаружили в Химках инспекторы земельного контроля в течение года. Например, в квартале Яковлева на участке, где числится жилой дом, расположена гостиница. Данный объект используется для предпринимательской деятельности. При расчете земельного налога будет применена ставка 1,5%. А вот в СНТ «Юбилейная» 6 дачников не смогли зарегистрировать свои постройки и обратились за помощью в Комитет имущественных отношений. Самая основная задача, которая нацелена муниципальный земельный контроль, это предупредить, это помочь. То есть и вся система настроена на это. То есть администрация, она настроена, чтобы в первую очередь помочь собственнику устранить данное нарушение. В поле зрения инспекторов попал и нескошенный борщевик, который несет серьезную угрозу здоровью человека. За борщевик у нас штрафы довольно-таки высокие. У нас юридические лица штраф до 1 миллиона рублей. И, соответственно, сейчас уже мы смотрим вот по предыдущему году, те собственники, которые были оштрафованы в прошлом году, то есть они уже пока что данный борщевик, они его убирают. Всего с начала года земконтроль в Химках осмотрел 680 участков, больше половины с нарушениями. Более чем на 270 участках обнаружили нарушения использования земли. Более 150 собственниками не используются. На 21 выявлен самозахват земли. А на двух обнаружили несанкционированную свалку.